Жень, ну сегодня улыбка, наверное, не должна сходить с лица, нет? Особенно с твоего. Ну, в принципе, главное, что победили, да, поэтому как бы только по этому поводу радуюсь. То есть в раздевалке никто ничего не говорил там? По загривку не хлопали там, не говорили молодец? Подкололи пару раз и все. Как подкололи? Ну, Жир сказал то, что у нас вратари, их на чемпионат мира, финал. Сразу? Да, то, что все пенальти тащат. Что касается мяча, непосредственно пропущенного и вообще по матчу? Ну, видно было, что во втором тайме команда подсела, еще чуть-чуть мы не готовы, как бы тренировками загружены, поэтому команда Копенгаген понеслась. Как бы. А по поводу мяча, мы с Алишкой поговорили уже, он сказал то, что как бы, ну, не успел за передачей, ну и тот расстрелял, в принципе. Там почти достал, как бы чуть зацепил мяч, но все равно не смог вытащить. Второй матч по пенальям выигрываем. Против солнца. Тяжело было отбивать? Да нет, в принципе, солнце уже село, там, как бы, поэтому нормально все было. Недавно был день рождения, можно сказать, что подарок своеобразный? Ну, мне уже второй подарок. Мне за день до этого первый сделали, то, что выиграли, сейчас второй подарок. Все равно по ощущениям, по чувствам, наверное, можно сравнивать первый матч и второй. Второй намного лучше удался, чем первый. Ну да, первый тайм вообще очень хорошо мы сыграли, как бы и в пас, все как надо. Могли забить еще больше, как бы не получилось. Ну, во втором тайме, конечно, подсели, видно было, что, как бы, я уже говорил, что не готова еще команда на 100%. Кубок нужен или все-таки тренировочный процесс на первом месте? Да нет, конечно, кубок нужен. Нужно ставить задачи побеждать в каждом турнире, в каждом матче. Спасибо большое, удачи, без травм, самое главное.